Всем привет! Меня зовут Светлана. Хочется сказать такое, знаете, ну даже если честно, не знаешь, кому что нравится, кому что не нравится, да, в жизни, что говорить, что не говорить. Вот, если моей собаке нравится рыть, то надо ее еще найти. Вот, да, она там роет. Мне приятно с ней гулять, потому что если бы не собака, я не знаю, выходила бы я на улицу или нет. Вот. А так, благодаря собаке, одно время гуляла, конечно, утром и вечером строго. Ну, не берем, когда маленькие. Ну, сейчас вечернее время передала ребенку. Вот, ну, потому что я занята. Ну, и вот, скажем так, что... Вот такая жизнь приносит мне радость, знаете. Я вот еще, если честно, вот в таком состоянии, очень хорошо заниматься медитацией, что я, наверное, сейчас приду домой и сделаю. Очень легко уходишь в вот это состояние транса. Вот пока Багира там роет землю, я, в принципе, уже расслабилась, да, вот отпустила все вот это вот внутри. И это состояние очень классное. Со стороны иногда может показаться, что это заторможенность, да, вот человек. А вот вы знаете, я встречала таких людей, которые идут, и вот они как будто не от мира сего. На сегодня я их понимаю, потому что они, скажем так, подключаются к космосу, к вот этим эгрегорам, вот в тот момент то, что сделала сейчас я. И вот ты уже, как, знаете, как в замедленном кино, у тебя мысль тормозит, у тебя разговор тормозит. Для чего я это делаю? Ну, я в первую очередь записываю для себя, чтобы увидеть себя. Как я выгляжу в этом состоянии, когда ты растворяешься во Вселенной. Но в данный момент я, естественно, растворилась не до конца, так как я снимаю видео. Вот, поэтому где-то я немножко не даю в данной ситуации, в данный момент быть полностью растворенной. Да, и собака мне не даст этого сделать. Потому что когда я ухожу совсем в это состояние, да, вот ты стоишь, дышишь, ну и почему-то собака бежит, лает на меня и прыгает. Она, может, ее пугает это состояние, может, еще что-то. Поэтому я такие вещи, в принципе, делаю дома и закрываю все в комнате, чтобы животные мне не мешали, хотя она садится под дверью и скулит. Не могу объяснить, но мне интересно, почему она так делает. А я вот в этом состоянии наслаждаюсь, просто наслаждаюсь. Единственное, что вот рука устает, когда ты держишь телефон, вот. Что мне хочется сказать по жизни? О жизни. Просто живите, наслаждайтесь. Если у вас трудности в жизни, ну, делайте что-то, чтобы изменить. Пробуйте разные варианты. Вы знаете, я по молодости, когда начинала вот этот свой путь, все время даже возмущалась. Господи, за что мне это? А почему мне это? А сегодня, если вот так вот вспомнить все те моменты, да, это такая была чушь, честно говорю. Настолько мелкие были моменты, вот мелочные вот эти все ситуации, что они даже не стоили такого внимания, как на тот момент. И я так думаю, что мы все через это проходим. Они нам кажутся настолько мощными, глобальными, что ты... Ну, капец, короче, да? Стрессовые ситуации у нас практически идут одна за другой. Там дети упали, там дети то, дети заболели, там денег не хватило, там зарплату задержали. И ты понимаешь, что когда проходит вот такое определенное время, оно не стоило наших нервов. Потому что, в принципе, все, что с нами в жизни происходит, и то, как мы к этому относимся, вот это играет самую главную роль. И если, допустим, сегодня у меня есть определенная ситуация, которая меня не устраивает, и я начну психовать, я начну, ну, продолжительно, потому что любая ситуация, мы все равно среагируем, мы все равно где-то что-то нам не нравится, мы можем возмутиться, да, но это не должно затягиваться просто-напросто, не быть таким вот продолжительным моментом.
потому что это хороший стресс для организма. Вот. И получается, что мы сами себе создаем землетрясение в организме, да? Это вот как на улице, на земле землетрясение бывает, так и мы делаем сами себе. Но вот, а чтобы привести себя в норму, оказывается, есть такой классный продукт «Релакс» в компании «Пиэл». Вы понимаете? Вы его просто кушаете, и вы сами поймете, насколько вы в гармонии с природой. Я, насколько я могу подключиться к природе и ощутить этот кайф. Но когда я взяла этот релакс, его тоже ни с чем не сравнить. Во-первых, он классно подходит для маленьких деток, да, вот детки кричат, плачут. Он безопасен абсолютно. Вообще продукт компании PL абсолютно безопасен. Он рекомендован с рождения и до бесконечности, потому что у него нет побочных эффектов, у него нет привыкания, нет передозировок. И очень часто люди из-за стресса бегут в аптеки, покупают назепамы, позепамы, феназепамы, бессонница, да, там еще что-то. У меня был такой случай, я просто не буду рассказывать. В Москве я была, там у одной молодой девушки была очень серьезная проблема с молодым человеком. И состояние у нее было, что ей просто не хотелось жить. И когда мы встретились, и я дала ей релакс, на следующий день она сказала, я даже не знаю, что сработало, релакс или вы. Просто, ну, да, человек изначально не зафиксировал, потому что мы тоже долго не виделись, и мы очень близки. И просто у нее тоже взыграло вот это вот. Но тем не менее, она говорит, мне так не летать хочется. У меня такое вот ощущение, да, вот. Человек просто не верил, что так сработал релакс. Ну вот, что я могу еще про него сказать? Все йоги, кто занимается, знают, что такое релакс. Вот наши дрожжи соответствуют состоянию, если помедитировать. И потом вот вы в таком состоянии, да, вот кушайте наши конфетки, у вас будет то же самое состояние. Ну, как бы вот с вами была Светлана, партнер компании PL, и захотелось просто побеседовать, да, называется «Мысли вслух». Чтоб не просто так стоять на улице, пока собака гуляет, а о чем-то поговорить. Так что всем удачи! Если вам нужно спокойствие, гармония, равновесие, приобретайте продукт компании PL, тем более сейчас. Очень классные условия. Действуют аж 3 промоушена. Выполняя один, вы, получается, автоматом выполняете другой. Получаете бонусы, подарки. И у нас сейчас действует марафон победителей от компании PL. Это лотерейный билет. И даже где есть денежные призы. Дай себе шанс. Получи радость жизни, гармонию, равновесие, удовлетворение, потому что тебе будут устраивать все, и ты будешь находить решение, как справиться там, где тебя не устраивает, но ты будешь спокоен. И при этом ты можешь выиграть деньги. У нас огромная бытовая техника, я имею в виду большое количество. Денежные призы тоже от 50 тысяч до 150 тысяч. И почему тебе бы не попробовать, а вдруг ты выиграешь. И плюс ты строишь команду, ты зарабатываешь деньги. Ты можешь войти на бизнес-пакет, на пакет 3000. Это значит, не то, что ты отдал компании 3000. Нет. Ты заплатил $25 всего лишь за свой кабинет, интернет-магазин, свой личный кабинет, который остается тебе на всю жизнь, который ты можешь передать по наследству. Но просто активировать свой кабинет, это значит приобрести просто продукт, который ты сам будешь кушать, делиться результатом. Найдешь таких же 2 человек. Вот видите, даже видно, что я вот в таком состоянии. Как будто, вот, кстати, наркоманы так ходят. Но им для этого нужно накуриться, надышаться, напиться лекарств. Вот. А я вот просто дышу с природой. Вошла в контакт. Просто наслаждаюсь своей жизнью, потому что она меня устраивает везде.
Потому что все зависит от меня, как я отношусь к любой ситуации, так оно и получается. Вот. И о компании. Вы просто активируете свой личный кабинет на бизнес-пакет. Это вы получаете 60 коробочек. Это как закон всех, кто приходит на бизнес-пакет. У нас первые два потребительские, а три пакета, которые активация идут, это бизнес. Но самый лучший это третий, который идет 3000. Он дает нам пожизненно 30% бонусов. Да, от группы, структуры там идут. Ну, там разные есть варианты. У нас 15 видов вознаграждений. И вот один из них это 30%. Это маркетинг-план. Если вас интересует, вы можете посмотреть более подробно у профессионалов. И поверьте, вам это больше понравится. Второй момент. Вы получаете сейчас, до 7 марта включительно, еще плюс подарок. Я просто не помню, 100 или 150. Вот, ну, даже, ну, по-моему, 150%, потому что что-то вылетело с головы, но, по-моему, 150. Это значит, вы еще 90 получаете бесплатно. И плюс к этому вы еще получаете 10 лотерейных билетов. Простых. Это как повезет вам. И один беспроигрышный. Даже если там вы не выиграете ничего, вам компания дарит подарок на 240 PV продукта компании PL. А вдруг это твой шанс? Если тебе интересно, под видео будет ссылка, регистрируйся. Если тебе не жалко того, как многие люди жалеют для себя, а если ты ценишь и любишь себя, желаешь себе счастья, здоровья, успеха, процветания, и если ты активный, самостоятельный, целеустремленный, присоединяйся в мою команду. Будут мои телефоны, пиши мне WhatsApp, Telegram, где тебе удобно, Skype. Будем общаться. Если будут вопросы, я отвечу на твои вопросы. Так что пока. Присоединяйся к компании OPL. И будешь получать удовольствие от своей жизни. Нравится путешествовать наша компания тоже. У нас есть компании путешествий, это как сетевой, да? А у нас путешествие – это вознаграждение, это призы. Можно выиграть даже сейчас вот путевочку в этих вот марафоне победителей от компании PL. Там можно выиграть все, что угодно. Так что пока. Присоединяйся к компании PL. С вами была Светлана Овчарук, партнер компании PL, управляющий директор компании PL. Компания PL – международная, инновационная, нанотехнологии, свое производство в городе Кишиневе. Продукт собственного производства. Круто? Круто. Так что всем пока, я вас люблю.